Добрый вечер, друзья! Сегодня я вам прочитаю сказку, которая называется «Как лиса и овца волк наказали». Это русская народная сказка. Жила-была у одного крестьянина овца. Не взлюбил ее хозяин, придирками замучил. Решила она уйти из дома. Шла себе, шла, повстречалась ей лиса. «Ты куда, овечка, направляешься?» «Да вот, лисичка-сестричка, ушла я от мужика, житья совсем не стала. Что ни случись, козел ли сено раскидает, баран ли изгородь повалит, кругом у него я виновата». «Ох, и не говори, овечка-подружка, у меня та же история. Сом на уточку притопит, ястреб курочку прихватит, во всем меня винят». И решил ли овца с лисой вместе держаться, так веселее. Пошли, куда глаза глядят, а навстречу волк-браток, серый хвосток. «Здорово, подруги, далеко ли собрались?» «А куда глаза глядят?» — отвечает лиса. «Ну, так мне с вами по пути!» — обрадовался волк. И пошли они вместе. А по дороге волк и говорит: «Послушай, овца, тулупчик-то на тебе мой!» Услыхала эта лиса, встряла в разговор. «А точно ли твой? Мне ли свой тулупчик не знать? А поклясться можешь?» «Да запросто!» — отвечает волк. А хитрая лиса давно приметила, где охотник капкан поставил, и указала волку на едва приметный бугорок. «Ну, тогда прямо здесь принимай присягу!» Волк, не чуя подвоха, ткнулся мордой, куда лиса велела. Щелкнул капкан и прихватил серого. А подруги убежали по добру, по здорову и решили больше попутчиков с собой не брать. Моя сказка закончилась. Добрых вам снов!